Друзья, привет! Иногда нам нужны какие-то временные наречия, которые мы можем использовать в повседневной жизни. И таким словом может быть слово «ляхрона», которое переводится как «либо в последнее время», «либо в последний раз». Например, я могу сказать «Раити ота ляхрона лифне шавуа». Я видел ее в последний раз неделю назад. Конечно, можно сказать «бапама ахрона», но можно просто наречием «ляхрона». Или просто могу сказать «в последнее время я себя плохо чувствую». «Ля ахрона, они лё маргиштов», или «женский род лё маргишатов». «Порой» мы хотим сказать «порой». На иврите «пора» — это слово «эт», как слово «зман», «время», ведь «пора» и «время» — это тоже синонимы в русском языке. И можно сказать «лейтим». «Лейтим» можно использовать как «частенько», как слово «частенько», а также как слово «порой». Например, «порой мне хочется мороженого». «Лейтим бали глида». Ну или «частенько мне хочется мороженое». Тут уже по контексту. А также хочется иногда сказать «периодически». И в случае со словом «периодически» нет какого-то одного слова. Можно просто говорить «иногда», простым словом «лифамим». Можно говорить «мипам лепам» от раза к разу. Можно также говорить «мидей пам», а также можно говорить «ахат ле кама зман», или в правильном произношении «ахат ле хама зман», то есть раз в какое-то время. То есть тут есть какая-то периодичность. На этом все, друзья. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайки, делитесь им с тем, кому он будет периодически полезен.